Ну ладно, будем думать, притаски. Бродячие апотекари. Давайте на секундочку заглянем на команду противника. Ну вот эта штука выиграет игру, понятное дело. Ага, ага. Два гварда, три гварда. Все качанные почти что. Вот этот парень с пятью силой, полная дичь. Ну, скорее всего, это действительно только один, потому что я только запустил. Вот так вот. Окей. Давайте тогда одну девочку Бладвайзер. И... Ну, возьмем взятку, чё. Окей. У меня появился парень с фолом, надо его реализовывать. Ну ладно, если говорить серьезно, то в этой игре не светит вообще ничего. То есть все, что я могу, это... Не знаю даже. Скажем так, единственное желание, которое есть в этой игре, это пофармиться и не умереть. И все. Я выбрал атаку первой, потому что у меня есть парень с когтями, и я могу его реализовать. И еще невыносимая жара. Это не очень здорово. Ну ладненько. Гвард, гвард. Он поставил пятисильного парня, еще и гварты, тра-та-та-та-та. Я смотрю, серьезно, серьезно. Это будет не очень простая игра, конечно. Ну, ладненько. Хотя, на мой взгляд, я понимаю, что он хочет сделать. Хотя, на мой взгляд, это, конечно, невероятно сомнительное решение. Вот. Так, мы подводим игрока. Тра-та-та-та-та. Окей. Мысль, в принципе, ясна, понятна. Тачбэк, прекрасно. Фалить пока я не собираюсь, но это как бы заранее. Ах,
он тратит апотекария. Ну окей. У него остался один апотекарий. Это не очень здорово, но ладно. Тратим рерол. Нормально, когти сработали. Это пока самое важное. Спасибо за фоллоуринг. Жалко, конечно, что он хорошо рольнулся на этой фигне. Но это не очень страшно. Так. Тын-тын-тын. Оставим так. Нормально. В принципе, когти сработали. Это, ну, по-моему, я не смотрел, конечно. Сейчас посмотрю. Или тут уже прошло. Ну, короче, то, что я вынес парня, это здорово. То есть, это был овал 2-0. 8 плюс брони. Да, сработала броня. И потом еще... Да, отлично. Это было хорошо. Батя говорит, молодца, сделали прекрасно. Теперь надо вырубить вот этого Зауруса, насколько это возможно. Когти, когти просто, каждый ход когти. Когти, 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 когти. Единственные когти, они должны выполнить кучу работы сегодня, чтобы у меня были хоть какие-то шансы. Если когти будут выполнять свою работу нормально, то я буду доволен. Жалко, что я не повалил, конечно, пятисильного Зауруса. Но это вторая мишень. То есть вот Гвард и вот этот Заурус, их надо мочить. Вот. Это плохо. Это плохо. Ладно. Это еще парень. Ну ладно, я его ставил как бы с байтом на удар, но это все нехорошо. У меня сейчас будут два куба, но это... А, он зверя Нургла бьет. Или ролят на ЁПРСТ. Ладно, окей. И выносит... Он пробивает зверя Нургла! Окей, окей. Что такое не везет, а как с этим бороться? Привет, Харидан, привет, Дюк. Так. Это очень не повезло. Прям... Не знаю, он пробивает без Mighty Blow, то есть... Или нет, но тут, наверное, было Mighty Blow, да? Да, ну ладно, все равно полный дичь. Я не должен был терять этого игрока, и теперь как бы у меня тут полная срань происходит. То есть мне придется делать плохие удары, которые мне не в голове, не в заднице. Вот. Он гварда марчит, но в принципе плевать. Гвард тут... Немножко подбивается сам. Но это плохо. Я потерял двух игроков на ровном месте вообще. Тем более зверя Нургла. Он просто пробил... Сколько он там кинул-то? Он прокинул 10 брони, 6 плюс 4. Еще, ну, повезло хоть с травмой там. Ничего серьезного, но это полная дичь. Мне теперь как-то от всего этого добра надо отбиваться. Когти не сработали. Херово.
Так. Мне сейчас надо столько херовых мувов делать. Меня это бесит. Еще сраные незаходы. Привет, Миш. Плохо. И еще и пробитие брони. Ай, да, полный кал. А когти меня разочек предали. Ладно, пока... Пока все еще плохо, но не очень плохо. У нее срыв отбора. Да, это я что-то проглядел. Не надо было кидать этот куб, но из-за того, что здесь гвард, как бы все было плохо, здесь два гварда. Я думаю, именно Михаила в паспорте сменить нравится мне. Неплохая идея, я думаю. Почему бы и нет? Он таким образом вынуждает меня сделать в следующем ходу блиц на воина Нургла. И я сделаю. У меня выбора нету. Воин Нургла, ну вот этот овал 2-0, это мое главное оружие в этой игре. А ты тренировался перед матчем? Я не тренируюсь перед матчами. Мне уж давно посрать на Бладбол, честно говоря. Я стримлю Бладбол, чтобы ко мне приходил спиритолог, кидал 500 рублей, и это занятие было хоть как-то осмысленно для меня. Ну, если коротко. Других особых причин для того, чтобы играть в Бладбол, у меня нету. Вот так вот. Так. Но чё-то спиритолог перестал ходить, поэтому... Я вообще думал, типа, не стримить эту игру. Я вообще хочу, как бы, перестать стримить Blood Bowl, потому что это бессмысленно. И просто, ну, играть втихую, и потом... как его называют-то? Потом просто выкладывать... Победные игры, ну не победные, просто все игры выкладывать и так далее. Из КСК? Из чего? Я не очень понял хрена. Мирский, это для него хорошо даже, на самом деле. Ладно. Повалит моего гварда. Жаль. Перестать стримить ББ, танки что останется? Ну, не знаю дальше. Так, этого пока не поднимаем, парни.
1-2 на броню, ну... Что ты будешь делать, папа Карло, а? Что ты будешь делать, папа Карло? Ну вот, вот что такое не везет? И как с этим бороться? Не хочу поднимать спиритолога, пока они там втроем здесь. Так. Полное говнище. Привет, Аркасов. Блять, у меня что-то игра, я вижу, дропает кадры. Это дичь. Ладно, поднимем. Мне не нравится, но придется поднимать. И без уворота. А здесь сделаем удар сюда. Давайте реролним. Конечно. Ничего не хочу сказать. Привет, Синк, как дела? Говнище, как настроение? Ну, так, средненько. Не знаю, но, конечно, эти пробития на ровном месте просто. Я не знаю, это... Это смешно просто. Как обычно, вот. Вот просто первый ход удачно, а потом все пошло по жопе. Привет, спиритолог. Потом вот все, что могло произойти хреново, произошло хреново. У этого парня есть отбор. Хреново. Но у меня выбора не было. Слева меня просто вытолкнули бы. Я уже в меньшинстве на ровном месте. И... Тупо как-то. Ну вот зверь Нургла, просто единственный оплот, и шестерка, ну конечно. Зверь Нургла был главным оплотом обороны на этот тайм, и привет пока, он выбрасывает суперкубы. Ну как и надо, в принципе. Привет, Дариус. Не знаю, ну, пробитие в первый ход зверя Нургла было дичью. У меня-то хотя бы пробитие Крэксигора было не дичью, потому что у меня когти и Mighty Blow. А пробитие зверя Нургла голым парнем — это дичь. Нет, дроу, это ж полное говно для быдла. Не знаю, но без зверя Нургла в этом тайме будет... И что? Серьезно? Он второй р... О, господи. Этот парень без скиллов? Он ломает без скиллов. Дро, только для этого надо у Мэдисона отсосать, а я к этому еще не готов. Ну, не знаю, как он без скиллов это делает? Ну, это просто... Дичь. Ну и вот пятиагильный скинг поехал. Ну окей. Ну он пробивает меня без перков вообще. То есть у него нету перков, и он меня пробивает. Это просто смешно. Это такая срань, что я не знаю. Он просто берет и без скиллов пробивает все.
Ему как бы плевать. Ему не нужны скиллы для пробития. Он просто бьет. Но мне, я эту игру проиграл. Уже как бы проиграл. Я знал, что я ее проиграю. Я просто не думал, что это произойдет уже на третий ход. Вот. Я знал, что я ее проиграю, просто, ну. Не так же быстро это должно было произойти. Так, поднимаем говноеда. Так. Вообще, конечно, теоретически. Так, давайте сначала прокинем. Вообще, надо ли мне здесь делать удар вот этим парнем? Если я могу поступить умнее. Нет, я не буду делать удар этим парнем, потому что это бессмысленно. Что я могу... Так, хорошо. Молодец, спиритолог. Так. Это, конечно, довольно херовые кубы. Ну, просто не везет. Просто не везет. Я, как бы, я собирался протолкнуть сюда на мячик, потом дальше уже смотреть, как повезет. Либо протолкнуть сюда. Ну, короче, ну, вот есть такие игры, где просто нахер не везет. Он все пробивает. Просто все. Я не знаю, как. Почему? Я понимаю, что он должен меня пробивать, но он это делает как-то, ну, вообще не стараясь даже. Просто все ломается. Еще гол не занесли, уже проиграл игру? Да, уже проиграл игру. Если ты этого не видишь, то, скорее всего, у тебя какие-то проблемы с пониманием игры. Чья атака? Моя атака. Я не знаю, ребят, если вы этого не видите, то это не говорит, что я там что-то придумываю или еще что-то. У вас понимание игры просто нулевое. Я как бы не вижу смысла тут говорить, ну, это еще неплохие там шансы, тра-та-та и тому подобное. Я еще до игры знал, что я проиграю эту игру, потому что это очевидно. Для этого не надо быть 7-5 во лбу. Если у вас есть интеллект и понимание игры, то вы сразу понимаете, как сложится та или иная игра. Вот. А эти разговоры для бедных, ну вот, о чем я говорил. Ему даже скиллы не нужны. Он просто ломает меня вообще как бы без шансов. Он просто ломает все как бы. Ну тут, что тут поделать? Не знаю, ну мне... Ну вот просто посмотрите на скамейку, да? 3 оглушено, 2 отрегенили. Он мне половину травм нанес без Mighty Blow. Вот. Он мне зверя Нургла вынес без Mighty Blow. Тут как бы уже все понятно. Если зверь Нургла отлетает без Mighty Blow в первом ходу, это говно. Ты проиграл. Я не знаю, эти разговоры, типа,
О, они занесли, а ты уже проиграл игру! Конечно, мне, чтобы это понять, не надо быть там каким-то fucking genius и так далее. Это ну настолько очевидно вообще, что нет слов. Я там выбросил 1 000 000 000 единичек за первые там ходы. И мне тут начинают говорить, типа... О, уже? Уже? Да, вполне. Так. А это ж 5-сильный парень. Этот парень с... Ну да, 5-5 агилы. Блок, додж, ну, нормально. Так. Почему необычная, господи, Харидан? У меня команда не прокачана, поэтому это ну настолько очевидно, что... Дис, ты умственно отсталый дегенерат с синдромом конченого мудака. Твое мнение вообще никого не интересует. Иди захлопни свою варежку и, не знаю, там, наведайся к своей матери, замоли свои грехи вонючие. Ну ладно, этого парня придется поднимать. Так. Это плохо. Два гварда всю игру ломают здесь. Это хорошо. Так. Это тоже неплохо. 67% у ворот сработал, хотя я в него и не верил. Ну, тут, правда, он все равно... Ну что сделать с 5-агильным человеком? Я не знаю. У него как бы, у него плюс сила Заурус, у него 5 агилы скинг. Это, конечно, очень странно. Не знаю, я за 5 сезонов, ну как бы 2 сезона я потом дропнул, и вот здесь еще, типа, 3, это 3-й сезон. Я ни одного статапа не получил. Серьезно. Вот я не понимаю, как так происходит. Здесь у парня 3 статапа на одну команду. Я за столько-то сезонов ни одного не видел. Это магическая фигня. Спасибо, что не вылетел. Умру на один из немногих гнилевиков нормальных в этой команде, который на что-то способен. Мерзкий вид! Это, кстати, хорошо, потому что, ну, ему придется... Ну, он как бы хотел вот этого парня отправить бить сюда, наверное. Ну, это разумный ход. Это хорошо. Так. Просто оппонент еще умеет играть. То есть он понимает, в чем его преимущество, и использует это. В этом-то и проблема. Ну, и тут, ну, тут все ломает. Ну, посмотрите просто. Ну, тут... Как бы в салат. Это в салат. В такой игре, ну, сделать, как бы, когда оппонент хорошо играет, и когда у оппонента еще и заходы, такая игра как бы очевидна. Вот. Нормально. Интересно, у меня к концу тайма хоть кто-нибудь останется. Мне даже интересно. Спиритолог может отлететь, потому что у него этот
как его называют-то? Ну, негла. То есть спиритолог может откинуть копыта очень быстро. Ладно, увернулся. Окей. Он посмотрел. Ну, у нас Трикс хорошо играет. Тут без вариантов. Раз, два, три, четыре. Нет, даже не знаю, делать это, не делать. У меня реролов нету. Так, так, мне нужно два этих. Ну, давайте чуть. Ну, у меня тут нет возможностей. Что можно ударить, надо ударить. Ну, спасибо за оглушение хотя бы. Так, 67. Здесь надо сделать так, да. Наверное, сначала будет... Ну, он, правда, добегает. Он, правда, добегает. Но как бы поджать-то все равно надо бы. Ну, правда, это понятно, что слитая игра. Просто если здесь я буду делать удар по Заурусу. Ну да, сначала надо делать козлом. Окей. Хорошо. Так. Вообще, теоретически, можно сделать блиц. То есть, сделать блиц, у ворот 50, зайти и ударить в один куб. Давайте. Ну, не повезло. Что тут сделать надо? Ты о чем, Сонит? Я не очень понимаю. Так. Это плохо. И тут сколько у него гвардов? А, ну хотя есть голый парень. Есть голый парень. Он гварда не подвел. Гвард один лежит, а один гвард далеко. Ну да, тут не вытолкнуть. Ну в плане можно вытолкнуть, но это тяжело сделать. Поэтому на его месте, наверное, лучше безопасненько ударить. Да, да, это правильный ход. Этот ход абсолютно правильный. Конечно, есть шанс, что он сейчас не добежит. Но нет, нет, нету шанса, что не добежит. Окей. Окей. Это ГГ. Пятеро. Еще. Ну, нормально, нормально. Надо было брать не одну девочку Бладвайзера, а две. Сони, ты здесь не первый раз, по-моему. Нет? Ну, мне так казалось. Надо качнуть. Давай, ситарчик, убей. Нужно два опыта. Хорош, ситар. Да! Молодец, ситар. Умница, умница. Все, что из этого говеного матча можно выжить, я выжимаю. Отлично. Окей, окей. Это хорошо.
Еще два и матч твой? Нет, у него был, во-первых, запасной скин Харидан. Во-вторых, у него есть идеальный скин, у которого 5 агилы, и у него как бы блок, додж, сайдстеп. Я ему вообще ничего не могу сделать, в принципе. То есть, как бы, ме. Тут такое, знаешь ли. Так, у меня уже 6 игроков отдыхают. Нормально. Не, ну я прокачал ситары. Это уже неплохо. Это уже неплохо. Если один из козликов, вот этот козлик получит единичку опыта, или я не знаю. Короче, мне нужно, чтобы кто-то из козликов стал полезным. Вот. Не знаю, насколько вообще это возможно, но... Так, это гвард, это обычный. Это... Ага. Это плохой удар, конечно, в один куб. Что мы можем здесь сделать? Самый очевидный ход, наверное, это блиц вот этим парнем. Даже не буду говорить, какая это по счету единица. Это бессмысленно. Не, слушай, Харидан, Трикс все делает абсолютно правильно. Вот я тебе говорю, Трикс умно играет, он свое преимущество использует на 100%. Я тебе гарантирую, что у меня из 7 игроков поднимется там 2, наверное, это в лучшем случае. Трикс все делает абсолютно верно от начала до конца. Он как бы... Все, что можно выжить из этого матча, он выжимает. Это правильная мысль. Но... Поэтому ты не очень понимаешь, в чем смысл. Понимаешь, единственное, у него была хрень, когда... Ну, хотя он аптеку купил перед матчем. То есть я вот вырубил в первый ход Крексигора, но он его сразу вылечил, поэтому... Если бы Крексигор не вылечился, может быть, все было бы не так плохо, а так... Я сказал, два встанут. Я, ребят, ну, как бы, я знаю, о чем я говорю. Я в это говно играю уже кучу времени. Не слушайте всяких нубасов типа Пиваса, которые не понимают, как работает вставание. Вот так вот. Я понимаю, как работает вставание. А вот Пивас не понимает, не слушайте его. Так, парень с... Ага, окей. Я же сказал, я проиграл эту игру, Трикс все делает правильно. Ребят, как бы, это настолько очевидная мысль. Если вы этого не понимаете, то... Пш. Серьезно, вот кого-то это удивило? Я сказал, два встанут. Два встали? Ну вот так вот. Как успехи в игре, полный посос. Мы ничем с Пивасом не меряемся, я не знаю. Ну, кроссаут параша, я не вижу особого смысла играть, вот, в кроссаут. Просто, я опять же говорю, когда у тебя матч идет по детородному органу, это сразу видно. У меня прошлый матч пошел сразу по детородному органу. Этот матч тоже пошел по детородному органу, поэтому, как бы, тут все было настолько очевидно. То есть, ну, с учетом того, что у меня, ребята, девочка Бладвайзер. А вот так вот. Это прекрасно. То есть, ну, это здорово. То это такие моменты, ну, они радуют. Можно было, в принципе, не брать девочку Бладвайзер, я так понимаю. Толку от нее примерно никакого. Она, так сказать, свое невыносимое могущество не показывает. Просто гляньте, да?
2-2-2, 1-2-1-1, 2-2-2-2-1. Ничего себе тут прям, ух. Ну это пробуждение, пробуждение, это уже с выносимой жаре у него один не встал. Ну спасибо, что у меня на невыносимой жаре там ничего такого не случилось. Ну просто, да, вот смотришь, 1-2, 1-2, 2-2. Не, ну, как бы, нормально, нормально. Так, ну это настолько очевидно пососная игра, что я не знаю, как бы тут. Все, что можно выжить из этой игры, я пытаюсь выжить. Пока Дарингар. Без длительных последствий это хорошо, Реген. Единственное, за что я могу сказать спасибо игре, у меня уже 3 раза сработал этот. У меня уже 3 раза сработал Реген. А это, конечно, здорово. Но, честно говоря, а это ошибка, кстати говоря. Ну, сейчас посмотрим, но это ошибка. А если он сейчас пойдет бить, это ж у нас... А, нет, он таким идет. Ну, все, это ошибочка, надо наказать. Особенно, если он вдруг не уронит. Ну, мало ли, чудо господне случится. Да, он не уронил, надо наказывать. Значит, я, правда, не знаю, как именно наказать. Как бы, это же мы не обычный козел. Я просто... надо подумать. Так, теоретически, конечно, проще сделать просто удар в этого парня и вырубить его. Но с учетом того, что я хочу зафалить... Так. Окей. Жаль. Жаль. Это плохо. Бист не прибегал. Биста вырубили на первом ходу. Его пробили. Выкинули 10-ку. И потом уложили спать. Ну, как бы. Пробитие брони первым ударом. Без скиллов. И он решил отдохнуть. Ну, вот так вот. Это потрясающе. Вославим же солнце, ребята. Вославим же солнце. Так. Не, ну ладно. Я качнул... Нет, его не убили. Он просто отдыхает. Просто бесполезный мусор. А так нормально. В принципе... Все плохо, но не очень плохо. А ты его что, на лос поставил? Нет, я его не ставил на лос. Была вообще моя атака. Просто я не смог уронить пятисильного парня. И после этого пятисильный парень первым ударом вырубил моего зверя Нургла. Ну вот все. Самое обидное, что у меня не проснулся парень с когтями. Единственный парень с когтями не проснулся. Что как бы значительно ухудшает мои шансы на реализацию какого-либо преимущества. Ну, не преимущества, чтобы я что-то мог отквитать в этой игре. Это очень плохо. Крокс сила? Крокса я сломал, но его отрегенили, поэтому... Раз гвард, два гвард, три одни гварды. Офигеть. Так, это парень с фалением. А...
Так. Это плохо, конечно. Ладно. Да, тут тебе осталось только регенить травмы. Я знаю. А Вал прям продемонстрировал. Овал прям продемонстрировал свою силушку богатырскую. Вот так вот. Ладненько. Все, все, что мне осталось, это пытаться выжить какие-то крохи травм. То есть, ну, бить Mighty Blow, пока у меня есть такая возможность, и потом на лосе бить Mighty Blow. Все. Других, как бы, возможностей у меня нету. Ну и пытаться не потерять игроков, очевидно. Как бы там в первом тайме все стало ясно. У Трикс умеет играть, у него команда, очевидно, сильнее. И, ну, я себя не тешил надеждами, скажем так. Так. Ну, если я сделаю так. Отлично. Молодец, Баристанушка. Что? Это из-за гвардии. Ну, вообще странное решение. Это хорошо. На, это ж пятисильный Заурус. Я думаю, что у него два куба? Ну да, да. Пятисильный Заурус, это хорошо. Это от души. Что делать с пятисильным Заурусом, в принципе, не очень понятно. В первом тайме когти сработали один раз, потом они перестали работать и... Ну, кстати, я бы на его месте не перебрасывал. Можно, можно было вполне ударить, и это ни на что бы не повлияло, кстати говоря. Не, ну чё, я к мячу, там настолько маленькая вероятность, что я к мячу подбегу, что я не знаю. Реролим. Понятно. Окей. Зря, конечно, реролил на самом деле. Как же он сейфово играет? Так я говорю, Трикс неплохой игрок. Просто с такой командой еще очень трудно играть плохо, когда у тебя там вся команда, ну как бы... Она у него прокачана, у него адовые статапы. То есть Заурус с пятью силой и Скинг с пятью ловкости. Тут как бы... Что делать со Скингом с пятью ловкости, я в принципе не понимаю. На него можно смотреть и типа... смотрите, Скинг с пятью ловкости убегает. Но он там может влетать в любую клетку, делать все что угодно. Кататься лицом по клавиатуре. Вот. Это как бы вообще неудивительно. Тут как бы...
А что показать-то? Как бы... Сейчас. Две ловкости, блок, шаг в сторону и забег. Все. Гвард. Гвард. Нормально. Гвард. Кровь для бога крови. Черепа. Спасибо за ББ. Не знаю, стритолог. Я думаю, перестану стримить ББ скоро. Донат для кошелька Сингола. Как спасибо, что, ловить, ББ. Ронять и фалить по самые помидоры? Ну, в этой игре не пофалишь, ничего не сделаешь, в принципе. Тут как бы игра такая, что, ну, как бы, все. Можно идти домой. У меня изначально, у меня единственный был хороший момент, я выбил Карксигора. После этого все пошло так, что... Да не, я просто не вижу особого смысла уж играть в Blood Bowl. А вот. В плане, игра не доставляет мне удовольствия. И ее никто не смотрит. Мне проще, типа, сделать какой-нибудь... Ну, типа, записать матч втихую. И потом просто... выложить запись на там Ютубе, да? Ну, то есть, не получать крохи потрясающего общения со всякими мразями, типа Диса, да? А просто сразу брать и не париться. Вот. Да не, Bad News, почему не уважают? Он грамотно все делает. Ему надо прокачать Завра, и он видит, что, как бы, у меня все игроки под гвардами. Это разумный ход. Типа, я ничего сделать не могу. Какое неуважение. Это абсолютно правильная мысль. Трикс делает все абсолютно правильно. Вот настолько правильно, насколько только можно. Я не знаю, про какие игры Дис ты говоришь, потому что у меня прошлый сезон очень хорошо закончился. Так. Еще две осталось. Ну, девочки Bloodvisor работают, я смотрю. Прям офигенно. Девочки Bloodvisor просто на десяточку выкатывают. Ну, спасибо, когти встали. У него трое легли, двое... Ну, я могу занести гол престижа. Я рерол сохранял один на это дело. Теоретически, я могу занести гол престижа. Такая вероятность есть. А он убирает хороших игроков, потому что понимает, что у меня остался фол. А, нет, Крексигора ты оставил. Угу. То есть, Крексигора ты оставил, дружок. Окей, так. Как я хочу делать? Во-первых, назад мы отправим вот этого парня. Так. На подстраховку. Пятиагильный скинг, правда, на поле. Так. Теоретически... Да, меня вроде все устраивает. Давайте-ка. Так. Куда мяч полетел? Говно полное. Ну, все, что может сложиться плохо, сложилось плохо. Окей. Это обидно.
А это он, кстати, ошибку делает сейчас. Он зря так поставился. Я могу нанести удары. Самое плохое — это мяч. Мяч упал очень плохо. Идеально, да? Не, ну я говорю, как бы очевидно, когда идет такая игра, в которой, ну, все не получается. Комментарии излишни, ребята. Комментарии излишни. Так, если я хочу сломать этого парня. Как же играть я любит? Она меня презирает. Жаль, я хотел зафалить его. Я хотел его зафалить. Окей. Так. Ключевой вопрос в том, что мне надо будет еще поднять мяч. Поднять ли мне мяч сначала? Наверное, да. И на мяч можно тратить рерол, потому что ходов осталось мало. Не надо тратить рерол, и ничего больше не трогаем. Теперь удар сюда. Так. Да! Да! Теперь не вылечись! Теперь не вылечись, накажем, надо наказать. Блин, он второй раз Крексигор лечится. Второй раз. Ах ты ж нехороший человек, Крексигорушка. Так. Ладно, тогда здесь не бьем. Жаль, жаль. Да, бессмертный Крексигор, просто бессмертный. О-о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 -
эксклюзив. А вот. Я второй раз, в прошлый раз я его просто сломал, и он его отличил. Здесь я его убил, он его опять отличил. Не зря взял аптечку дополнительную, не поспорить. Вот как бы, аптечку надо было брать, и он аптечку взял. Это работает. Так, жалко, что у меня вырублен парень, единственный парень с отбором. Это плохо. Но я еще могу зафалить кого-нибудь из этих ребят. У меня есть такая возможность. Кстати, Ситар уже двоих вырубил за этот матч. Ситар, молодец. Молодец. Так, а если я здесь подхожу... Да ну, Ситар! Нет! Нет, Ситар! Отрегенил. Ну, там была травма. Фигня, конечно. Ладно. От щупалец, кстати, не уйдет, наверное. Щупальца. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хотя, если ему самому раз, два, три, четыре, пять, шесть.
Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Он с... А, нет, у меня же два хода будет. Плохо, что я не прокачаю козлика. Окей. Так. Это тоже плохо. Так. Спалил Аданта в Эльвинболе? Это ты про матч, когда они играли этими? Как их называют-то? Так, дружок. Так себе фол, но у меня взятка-то не использована, поэтому плевать. Крыса на крыса, да-да-да, я смотрел. Вот. Давай-ка. Ну, ладно, у меня еще будет шанс. Я ему еще покажу. Так. Мне... У меня есть один рерол на вкладку. На вкладку. И потом надо будет пробежать, и я заношу за два хода. Если, конечно, мне не помешает клятый скинг. А он может помешать. Привет, Дайхард. Не, победой тут не пахнет, но все, что можно выжить из этого матча, я пока выжимаю. То есть, ну, как бы, если я забью гол престижа, я скажу, что это хороший матч. Ну, в плане... И как бы все, что здесь можно было сделать, я сделал. Шансов выиграть нету, я проигрываю 2-0 в Сонет. В этой игре изначально было мало шансов на положительный результат. Просто, как бы... Эт, зараза, ладно, ладно. А зачем ты фалишь, если туда все ясно? А почему бы и нет? Вкратце, как 2-0-то? Да легко, Аурум. Чека команда там сильнее вообще в разы моей. Тут как бы удивительно было бы, если был бы другой результат. Все, что происходит, оно как бы, ну, невероятно логично, если уж говорить серьезно. Так. Давайте сначала сделаем вкладку, а потом все остальное. Реролим, если я хочу заносить.
И не сломал. Ну ладно. Как-то мне фалить, когда все ясно, не камильфо, если соперникам не личный счет. Не знаю. Я считаю, что... Скажем так. Рано или поздно я с ним соперником могу пересечься опять. И чем он будет слабее в следующий раз, тем лучше мне. Это, по-моему, очевидная мысль. Это лига. Это не какой-то матч там в Ладдере, где тысячи людей. Это лига. И рано или поздно наши пути могут пересечься. Поэтому, если я могу его уничтожить, я его уничтожу. Это разумная мысль. Ну ладно, это хороший матч. Несмотря на то, что... Несмотря на то, что мне просто фантастически там тра-та-та, но в итоге это, конечно... Но пробитие брони забавно. Меня второй раз подряд перебашивают. Ну вот бывает же такое дерьмо, а? Меня второй раз подряд. Вот самое, самое странное, меня второй раз подряд перебашивают. Вот это дичь. Так... Сейчас я тогда внесу результаты матча, ну, реплей, и... И после этого, наверное, ап можно будет сделать. Так, выберите файл. Так... Ту-тру-т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 у
Blood Bowl 2. Так. Profiles. Проверить повтор. 2-1. Сохранить повтор. Но я не спорю, даже для гола престижа мне довольно сильно повезло. Я смотрю статистику. Ну да, он даже блоков больше, чем я сделал. Он меня перебашил в нулину. То есть, он мне сделал 8 нокаутов. Я ему 2 нокаута. По травмам 4-4. Но это потому, что у меня когти. И потому, что у меня больше mighty blow. Но это логичный результат на самом деле. Трикс играет неплохо, и команда у него сильнее. Это то, что должно было произойти. Вот так вот. Так, ситарчик. Ну, я ни на что и не рассчитывал, в принципе. Вот. Но с другой стороны, у меня уже плюс. У меня как бы есть уже минимальная сборка воинов. У меня есть хороший моровик, у меня есть терпимый командный моровик. Мне осталось качнуть двух моровиков. Мне, конечно, очень не повезло. То есть опыт, который упал на овала в конце этого матча, это самый бесполезный опыт, который вообще мог быть в этой команде. Потому что овал с клешней и с mighty blow и блоком, он и так будет сейчас лететь по уровням вперед. Но как бы, ну, что вышло, то вышло. Я просто еще хочу попробовать. На самом деле, я начинаю думать, что я немного неправильно качнулся. Мне кажется, надо было с